Пошел отсчет. И я так думаю, мы сидим в нашей комнатке и не идем в это к первой арене. Да, я пока на 2 минуты. А у какой-то команды не засчитали одного участника. У акабов аж 2 дельфина. Это выглядит это очень странно, страшно. Да, особенно если они будут летать, а не бегать по земле, то это вообще печаль. Я считаю, надо убить того человека, который придумал этих дельфинов сюда затащить в игру. Да, а у нас остается минута до боя и вылет в одной команде. Вылет в команде акабов, кажется. Я вас покину. Нет, вылет в команде No More Outs. Так, я тут. И, собственно, разрешили драться в девятером. Так была бы дисквалификация. Ну, ворота открываются, и команды выбегают. И я замолкаю, потому что я иду скринить. Так, ну, мне... Аналогично. Очень сильно светит в экран сейчас солнце, поэтому я очень плохо вижу, что там происходит. Могу только стримить, ну и так что-то тихонечко комментить. В воздухе летает очень много человек, что редко достаточно. Ну я тут скриню как приставу убивает. До этого турнира. Обычно вообще-то все преимущественно на земле. Да, дельфин был в воздухе, уже нет. Тем не менее, счет 10-6. Если 10-6, то, видимо, команда No More Outs проигрывает. Потому что начинали они изначально в девятером. Друид из акабов чистит и в чистку сину утилизатор убивает. Я, к сожалению, успела рассмотреть кого. Видела только смерть. И уже счет 10-2. 10-1. Приста из акапов никто не трогал, он висит в воздухе. Не, ну поначалу его пытались контролить сильно, но потом он куда-то делся. Акап затащили. Мы поздравляем их. No More Outs. Ну, это только первая победа. У нас, напоминаю, бой идет до 3 побед. Так что No More Outs еще могут собраться, еще может быть камбэк. И в конце концов у них был вылет, так что не все потеряно для команды. Да-да. Я уже как-то и забыла, что у нас тут 3 боя будет, как минимум. Мы уже немножко забыли, что такое камбэк, но он может случиться вполне. Да. Ну, как-то они тут встали странно. Ну. А у нас вернее, не у нас, а на первой арене случилась печалька. У стримера вырубился свет. Поэтому, я думаю, мы делали правильно, что мы не ушли к ним, а остались с вами и, собственно, говорили вот на своем стриме.